Я покажу вам нечто прекрасное. Тогда, когда все это появилось, ей было всего 100 лет. Все было задумано ко дню ее рождения, к первому, такому серьезному столетнему юбилею. Почему ей уделили так много внимания? Что задумали к ее именинам? Кто она такая? Запомните год ее рождения. Через 100 лет она появится. Мысль об издании описания Одессы в ее современном состоянии впервые возникла в избранной Думою комиссии по празднованию столетия юбилея города. Какую же цель преследовали создатели задуманной книги? Описать положение города и его границы, почвенные и климатические условия и степень заселения, очертить историческое прошлое города, отметить развитие, обратиться к ознакомлению с духовной жизнью населения и развитием его в умственном отношении, показать степень культурности его, заботу о народном образовании. Характеризовать торговлю и промышленность, благотворительность и благоустройство, рассказать об особенностях архитектуры. Узнаете? Именно здесь сейчас встречают гостей города мириады ресторанов, кафе, сувенирных лавок. Вот она, наша знаменитая на весь мир Дерибасовская, более 100 лет назад. А сейчас... А что знакомого вы увидите здесь? Если вы еще не успели узнать, перед нами красивейшее здание Европы – Одесский театр оперы и балета. История его непростая. Единственная в мире такая – Потемкинская лестница, уже во всей своей красе. Только вот тогда она еще звалась Бульварной. А вот и городская дума. Как долго и увлеченно можно рассказывать об Одессе? Но где же можно найти эту уникальную книгу о любимом городе? Запомните!